Ну что, будем приступать кушать нашу пиццу? Я уже откусила. А ты? Бери пиццу, она очень вкусная, Гелуш. А почему тебе можно только булочку? Потому что ты съела сырок? Я уже всем рассказала, что у нас ешь пиццу. Будет, что я обманываю всех? Ну, я так, если красиво. Чего Кируша не идет пиццу кушать? Сейчас позову. Не иди. Он что, там идет что-то? Угу. Эфир свой прямой ведет. Так с коробки едим. Салфетки мои упали. Я немножко приболела. Горло болело. Насморк начался. Но это не корона. Я ей уже болела, я знаю. Это мне уже успели приписать. На полку ты забыла. Что забыла? Булочку. Да что тебе еще там с другой? Потому что не надо было сразу есть сырок. Было вчера съесть пиццу. Чай пицца вкуснее. А, хотя ты не пробуешь. Мне на день матери покупали пиццу. Потом купили, заказали суши. Мне не понравилась та пицца. Классическая вроде бы была. А это дует. Нас в магазине делают. Дешево. А Гелуша попросила сырок, а мама купила пиццу. Очень вкусно. Что тебе вкусно? Булку ешь, Ангел. Короче, пока мне все придут, я, наверное, съем одна. Да? Мама, а давай хоть вот эту половину кусок оставим? Конечно, оставим. Папуше Кириллу еще оставим. И папе. Угу. Ты папина дочь. Все папе всегда оставляет, у да? У нас один кусок остался. И смотрите, два Кириллы и два папе останется один кусочек. Точно. 5 кусочков. Ты моя умничка. Точно, 5 кусочков. Значит, это будет твой кусочек, да? Не. Ну а что, мне нельзя много. И у меня. Потому что я худею. Здравствуйте, худеет она. Ну, ты еще должна съесть один. Больше не буду. Разноелась. И я. И ты? Угу. Тебе такая колбаска вкусная, такая аппетитная на вид. Мама, а можешь мне колбаску попробовать? Давай отсюда, ты уже кусала, я болею. Давай отсюда возьмем, на. Мама,
вкусно. Как обычная. Тут раз была другая колбаска. Все? Перекусили? Да. Забавишься. Кривляется на камеру. Говорит, ты меня в последнее время, мама, не снимаешь. Да? Мама в последнее время ничего не снимает. Нету настроения снимать. Немножко посидим. А потом будем снимать. Да? На Новый год нужно куда-то нам уехать, Ангелуша. Угу. Иначе у мамы начнется депрессия. Какая? Такая. Ну и так уже у меня начинается. Еще мне маленькая, просто девочка. Поэтому мамочке надо уехать. Вместе со мной? Да, вместе с тобой, вместе с папой. Я не знаю, Кируша поедет с нами, не поедет. У нас большой мальчик. А маме надо срочно куда-то уехать. Уехать и забыться. Мама, а что такое депрессия? Депрессия? Когда на душе очень-очень тяжело. А-а-а. Потому что что-то я не нахожу с нее выход. Мама, а давай не на море, а на пусть. А на море нас не пустит, доченька. А ты ж как не на море зимой. Не пустит, мой зайчонок. Сейчас очень опасная ситуация в стране. Нас не пустит, мой зайчонок. Да, она не пустит. Да. Нам нужно куда-то уехать. В какую-нибудь лесную сказку. Да. Зимой. На 3 дня. Да? Да. Мама возьмет отпуск, и мы уедем. А куда? Не знаю, куда-нибудь. Куда-то нужно будет нам уехать с тобой. Знаю, куда. Ну, поешь? Ага. Мы на Париж еще не зарабатываем деньги. В Париж она захотела. Какой Париж, доча? Париж там только снится. Париж. Ну что, у нас скучно. Поэтому всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Да. Нам очень сейчас сильно нужна ваша поддержка. Кто меня смотрит давно, тот знает почему. Кто смотрит недавно, я не могу сказать почему. Потому что меня еще смотрит один человек, который очень сильно расстраивается, когда я говорю о другом человеке. Если больно мне на душе, значит, я не хочу еще кому-то причинять больней. Поэтому я кое-что просто умалчиваю. Поэтому всем пока-пока.